Мы сегодня все больше говорим о хлебе, а я хочу немножко о душе, для тех, кому это интересно. Мы находимся в Гарусове. Вот это здание является старинной усадьбой Арапчеевых. Мне кажется, далеко не все удомельцы знают, какое значение этого дома, иначе бы не допустили того, что с ним творилось. Дело в том, что это единственный дом, который помнит приезд сюда Исаака Ильича Левитана. Он приехал сюда в 1893 году, когда был в гостях, находился недалеко отсюда, в имении Ушакова-Островна, и приезжал сюда, в Гарусово, вместе с художницей Кувшинниковой. И здесь он создал на берегу озера свою картину «На озере». Вы видите сейчас репродукцию этой его картины. Она хранится ныне в Саратовском музее. Ну а вот как эта местность выглядит сегодня. Пейзаж вполне узнаваем. Ну а через несколько лет после приезда сюда Левитана, в наши края приехала целая группа молодых художников, его последователей. И все они перегостили в этом уютном и радушном Аракчеевском доме. Вы видите картину Станислава Юлиана Чижуковского «Интерьер», хранящуюся ныне в Псковском музее. Эта картина Жуковского – единственное и уникальное свидетельство того, как выглядел интерьер этого дома в те далекие дореволюционные годы. Кроме Жуковского, в этом же доме, до постройки дачи «Чайка» на противоположном берегу озера, не раз гостил и сам Витольд Каитанович Беленицкий-Беруля. Подолгу жил и работал в этом доме художник Александр Степанович Степанов, ровесник Левитана, работавший вместе с ним еще на Волге. Вот картина Степанова «Уехали», хранится в Третьяковской галерее в Москве. А написана была в этом имении. Степанов был мастером по изображению животных и особенно любил рисовать деревенских лошадок. А вот другая его картина «Лошади у освещенного окна». Те же лошади, тот же дом. Но настроение у картины уже иное, полное глубокой тишины и душевного покоя. Мерцает теплым светом окно, напоминая о том, что в доме уютно и тепло. Но, пожалуй, дольше всех в этом доме прожил и больше всего здесь создал художник Александр Викторович Маравов. Его картины, созданные здесь, на нашей земле, стали иллюстрациями послереволюционных изменений, новой жизни в нашей деревне.
вошли в учебники истории страны. Такова, например, картина заседаний Комитета бедноты, хранящаяся в Центральном музее революции СССР. Обратите внимание, как изменился интерьер по сравнению с картиной Жуковского. А вот как выглядит эта же комната сегодня. Здесь же, в этом доме, написана и другая известная картина Моралова в волосном ЗАГСе, хранится в Третьяковской галерее. Как видите, новое время, новые обряды, вместо попа – комсомолец, вместо иконы – Ленин. Таким образом, картина, созданная здесь, имеет далеко не местное значение. Но вот судьба имения, где они были созданы, сегодня, увы, трагична.
можно? Пожалуйста. Я депутат Домельского городского совета, Крючков Алексей Борисович. Это вот оператор Судомельского телевидения, ну вы, наверное, догадались уже. Догадался. Вот, мы по поводу Гарусовского дома здесь, судьбы. Вот, и хотелось, вы, наверное, здесь сторожил? Да я уже 5 лет. 5 лет уже, да? Вы, хотелось просто вот узнать, люди, которые здесь рядышком, в общем-то, мы знаем, это КСовское, ну, самые в числе первых дачный кооператив возник. Люди здесь многие интеллигентные, в общем-то, из руководства есть многие. Хотелось узнать, вот как вы лично и ваши соседи знают, что это за дом исторический? Знают, все знают. Все знают, да, в общем-то? Да. Что с художниками связан, что Левитан здесь бывал, да? Да, да, да. Как вы относитесь вот к тому, что он в таком состоянии, в ваших впечатлениях? Это... Я скажу по-русски. Uh-huh. 5 лет назад мы приехали сюда, нам дали, вернее, участок здесь. Сам я местный. Он в Каскбелах и в деревне родился, и вырос. Здесь жили люди. Да. С семьями, с малыми детьми. Дом был в порядке. Зиму жили. Все нормально было. Потом буквально тут, как выехали, здесь год только жили. Вот, в 85-м, в 86-м весной уже здесь не осталось ни одной семьи. И все пошло, все посыпалось, крыша упала, ну, туда не жили, и латали. Где подтекают, сейчас столью, тут уж хорошего-то не наводили, но... К сожалению, из-за поломки микрофона запись интервью оборвалась. Долго мы беседовали еще с хозяином дачи, о судьбе этого старинного дома, о виновниках случившегося, о возможных вариантах спасения дома. Скажу только, что соответствующее предложение подано в исполком, но хотелось бы узнать и мнение зрителей удомельцев по этой проблеме, ведь этот дом не последний памятник истории в нашем районе. К сожалению, история повторяется. Аналогичная судьба постигла в 20-е годы Островинское имени Ушаковых, которое также было объявлено памятником истории. Какой же памятник истории у нас на очереди теперь? Не получится ли так, что мы оставим потомкам только такие вот памятники на нашей земле? Сегодня все мы можем стать пассивными свидетелями уничтожения нашей истории, если просто ничего не будем предпринимать.